Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Stick War Legacy. Так, ну что, у нас с тобой 4 миссии. Пережить атаку на закате. Миссия 117. Ну, поехали. Начну с простенького. Прокачка. Мешок. Лучше, наверное, мешок вот так вот сделаем. И, наверное, нам надо будет здесь шаман, скорее всего. Ну что, я типа готов. Поехали. Так, шахтер, давай быстрее беги. Как ты идешь, как навозный жук? И вот началась у него добыча. Давай, так вот мы быстрее, кстати, с тобой будем добывать. Все, пускай он там идет. Закажем с тобой, наверное, еще двух. Ёк-макарёк, великан, магичка. Блин, что делать-то будем? Она хилит, насколько я помню. Конечно, хилит. Что она еще может сделать? Одного лучника сделаем, ну, для начала хотя бы. Хотя я лучников не прокачивал, мне, наверное, все-таки надо будет... 2 минуты у нас времени. Нам нужны маги. Нам нужны маги с его призыванием, да? 1 минута осталась. Эй-хе-хе-хе. Надо, наверное, было все-таки улучшить полностью мешки нашим добытчикам. И было бы нам счастье. Ты смотри, как он нерасторопно, ребята, добывает, а? Не спешит ни шиша, да? Не понимает, что сейчас будет атака на нас. Сопли живет просто-напросто. Так, 890. Ну, а что мне? Мне один... Маг вообще здесь ничего не даст. Давай-ка будем честны. Абсолютно ничего не даст. Так, ты... Да иди уже, сдавай, господи. Так, магистра выпускаем. Ну что, один лучник и маг. Да нас сейчас порвут здесь. Единственное, что может быть нам вызвать копейщика и бегать копейщиком, как мы с тобой это делали раньше. Против лучников он, в принципе, должен зайти неплохо. Успеть бы только. Так, ну мы успеем. Идет. Так, последняя минута, ребята, идет. Отсчет. Заклинание у меня какие-нибудь есть? Только для мечников. И все? Только для мечников, блин. У меня еще эти такие непрокачанные, не шиша. Почему так медленно идет, а, ребят? Вот здесь он офигенно бежит. Так, пауза есть тут? Пауза есть, но она беспонтовая. Она беспонтовая. Так, сейчас это вся армия рванет уже. Можно подумать, что если мы с тобой сделаем мечников, это как-то нам поможет. Хотя под скиллом, возможно, какой-то толк от этого и будет. 6 секунд, ребята, сейчас пойдет армия. Что, пойдем попробуем с тобой, я не знаю. Что-нибудь сделать. О, бежит. Смотри. Я вот так вот только могу. Так, а что ты никого не тыкаешь-то? Тыкнул, называется. Берем следующего. Пока он типа отвлекается, мы попробуем сейчас вот так вот сделать. Так, а если, например, я... Давай, закалываем. Так, побежали. Допустим. Так, давай-ка мы в атаку побежим. Что это за фигня тут происходит? Мечники. Козырно. Так, эту магичку сейчас мы попробуем запинать. Давай, родные мои. Мы ее заморозили, и все. Да, мы выиграли здесь, отлично. Виктори, все дела. Ну что же, прошли. 118-й. Уничтожить статую врага. Начальный капитал 3000 голды. Оу, а здесь нету шахтеров. 3 очка для улучшения всего лишь.
Я, наверное, сделаю вот так тогда. Типа я готов. Уничтожить статую врага. Даже не знаю, что такое. Дали мне кнут. Че это вы сразу бежите-то, эй? А, все, я понял. А деньги идут, да, потихоньку сами? По двадцаточке, статуя вырабатывает их. Отлично. Но у него лучники-то, по-моему, будут получше, чем мои. Или мне кажется. У него лучники заморозки, да? А у меня лучники огня. Что-то он как-то... У него быстрее почему-то лучники появляются, чем у меня. Так, у меня сейчас эти еще пойдут, да? Так, в принципе, вот эти ребята против, ну, лучников, сам понимаешь, должны зайти. Причем очень хорошо. Так, сейчас второй отряд выйдет. Наверное, нам надо с тобой заклинатель еще одного, или как? Великана вызывать не буду, наверное, пока. Сейчас они все это дело разбомбят. И на меня рванут. Так что, ребят, надо как-то, я не знаю, по-быренькому. Так, 4 копейщика. Против лучников они должны вообще замечательно пойти. Стоять именно в оборонке. Я надеюсь, они догадаются поставить щиты. Все, сейчас пробьют. У нас как раз с тобой последний копейщик вышел. Ну что, друзья мои, готовимся. В атаку. Так, наших, конечно. Ну, я так и понял. Я так и понял. Трусы несчастные. Они же не восстановят себе здоровье, насколько я помню. По-моему, не должны. Пускай идут. Пускай идут, мы с тобой сейчас, я не знаю, что нам делать. Еще, наверное, одного лучника заклепать. Давай, 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 главное ушатать там. Все? Сдулись партизанчики. Естественно, ожидаем подкрепления. Это 100% оно будет. Вот единственное, что справимся ли мы с ним. Давай-ка мы, знаешь, что с тобой сделаем? Сейчас немножко отступим и подождем. У нас же нет никакого здесь лимита по времени. Нет, у нас единственный лимит — это по армии. Мы получаем с тобой... Ну-ка посмотрим сейчас. Да, по двадцатке, но это очень долго. Короче, я сделаю небольшую паузу, ребята. Ну, вы ее не заметите. Накоплю как можно больше ресурсов и сделаем с тобой полный, как говорится, лимит по нашей армии. И пойдем уже атаковать. Потому что 100% тут будет подкрепление. Я не хочу, как говорится, сфейлиться на ровном месте. Но, как ты видишь, не тут-то было. Гаденыши бегут периодически. Не дадут они мне здесь спокойно жить. Ну что же, ладно. Блин, мы покоцанные, блин, изрядно. А может, все-таки рискнуть? Не зря нам дали вот этот... Где, кстати, этот... Вот он. Что он делает, этот кнут? По-моему, он ускоряет рабов. Как там почитать-то описание его, я не помню. Если бы у нас хотя бы был бы еще один маг, но до него копить очень долго придется. Ладно, я побежал. Я побежал, попробуем сейчас все-таки уничтожить. Авось получится. Ну, не получится, переиграем. Че ж поделать. Но... Нету пока ничего, да? Он должен, по идее, призвать подкрепление. Ага, вот оно. Текаем. Лучше будем драться на своей территории, да? Вот ты шлепки, а. Ну, в принципе, подкрепление не такое же большое. Я думал, будет намного больше. Так что тут есть смысл уже и так их разбомбить. Да.
Прекрасно. Все, ребят. Разнесли в хламину. Ну что, 119-я миссия. Друзья мои, а как вы думаете, если мы с вами заплатим 1199 и все у нас уровни, которые мы с тобой не прошли, откроются и их пройти, это будет круто или нет? Ты посмотри, у нас всего лишь-то тут вот чуть-чуть пройдено. Это еще, ребят, до того, как у меня все сбросилось. Смотри, сколько тут. Ё-моё, ноябрь. Офигеть. Это начиная с первой, да, с первой миссии. Сейчас мы на 117-й. Это обалдеть, сколько тут проходить можно. Месяц, блин. Так, ну что, эта неделя, 119-я миссия. Причем прикольно так сделано, смотри. Зомби кусает этого мага. Так, стартовый капитал 2000 голды. Вампирик? Какой еще вампирик здесь будет? Я не понял. Мне не надо никаких вампириков. Вампирики. Слушай, наверное, вот так вот надо сделать. И вот так. Посмотрим. Дожить до заката. И сразу же начинается, да? Сразу же начинается беготня. Чувак, в крутой, кстати. Опа. Слушай, ну мне, я так понимаю, надо, чтобы король мой не погиб. Верно? Поэтому королем нам придется, наверное, скорее всего, управлять. Так, армия потихоньку, потихоньку, я смотрю, увеличивается. Был один, два. Бегут. Офигеть. А эти еще отхиливаются сами, что ли? Я не пойму, да, по-моему? Сейчас я все-таки риску... Ох! Так, король. Ты уж извини... Да не ты, ёпрсоте! Король мне нужен. Король, тебе придется вот... Да-да-да, стоять. Подаль от всех. Да что там такое-то? Ёк-макарёк, да ну нафиг. Так, вызовем великана. Король, ну вот куда ты бежишь, а? Не, ну король, конечно, тут еще помогает нам дожить до рассвета. Обратно, обратно, обратно идем. Че ты там тупишь-то стоишь? Обратно идем. А, он под контролем под моим. Фью! Упс. Упс, друзья мои, у меня нет слов. Великан, ты будешь, блин, бомбить? Ё-моё. Они меня сейчас тут разнесут в хламину, ребят, по-моему. Великан не справляется. Нет, как-то он вяленько, ребята. Сейчас попробую. Блин, короля, наверное, сразу уничтожит, если я даже... Ну-ка, дай-ка я сзади сейчас из-под тишка попробую. Слушай, ну он неплохо ударяет, смотри. Пси, зря я короля недооценил. Отличный чувак. Есть. Король отличный чувак. Он просто-напросто завалил, считай, в одного этого великана. Ну и остается у нас 120-я миссия. Здесь-то что? Дэдматч против элиты? Ксенофон какой-то лидер будет. Что еще за ксенофон? Так, улучшаем чувачка. Давай, наверное, так вот сделаем. И вот так. Готов. Ну, типа. Уничтожить статую врага. Сразу же идут, а, хламоны. Ты хочешь сказать, что они сразу на меня прут, что ли? Ну, получается так. То есть нам не надо ждать, мы просто кликаем и сразу появляется армия, что ли?
Блин, мне вот это вот не нравится. Фига это, кто так, что это такое с таким, блин, мечом, объясни-ка мне на милость. Трэш. Там маги еще, блин, у него. Ну, чертов ксенофон, блин. Маги мои погибли, что ли, да? Нет. Ну, сейчас погибну. Что за чертов ксенофон? Объясни мне, что это такое? Это, оказывается, было быстрое ускорение строительства юнитов. Вот что это означало. Ну, да завалите вы вот этого вот. Ну, давай, копейщик. Ты сейчас вот это специально, да, все сделаешь? Все, все специально. Чертов ксенофон. Ну, осталось там у него немножко здоровья. Ну что, вы не можете его добить? Есть. Ксенофон, блин. Так, маги. Противные. Так, хорошо. Друзья мои, мы пробили этих охламонов с горем пополам, кстати, я тебе скажу. Убегает. Вот и вали давай. Естественно, мы вдогоночку за ними, за этими мечниками никчемными. Фиг, как говорится, вам, а не добыча золота. Так, отступаем, потому что не хочу, чтобы расстреляли нас. Я сейчас вызову великана. У нас вроде бы голда идет неплохо. Да, я призову, наверное, великана сейчас. Слушай, а два мага выжили все-таки у меня? Как они умудрились? Ну, умудрились, а этот опять плодит армию. 100% будет здесь тоже у них великан. И я даже боюсь, что не один. Давай, одного на изготовку. Видишь, даже ждать не приходится, просто нажимаешь, и он сразу появляется. Так, пойдем-ка их немножко шуганем. У нас лучников сколько? Мало. Вообще мало лучников. Один, если честно. Так, погоди-ка, я с такой армией не хочу никуда бежать с одним лучником. Нафиг это нужно? Давай, наверное, сделаем, ну, хотя бы, я не знаю, пяток, что ли. А, у нас лимит по армии еще к тому же, видишь? 50 это максималка. Так, ну что, тут 3. Сейчас 4-й лучник подбежит. И 5-го нам остается сделать, и все, ребята, и пойдем. 5 лучников, ну, на первое время хватит. Все, да? Поехали. А эти пускай пока тут работают. Да не хочу я тебя брать под свое управление. Опа, 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 выходит. Ну что вы сразу-то, роднульки? Куда вы побежали-то? Слушай, в наших интересах их расстрелять здесь. Потому что если пойдет подкрепление, оно пойдет вместе с этой армией, которая есть, еще плюс подкрепление. Поэтому если мы разбомбим здесь как можно больше врагов, соответственно, меньше придется бомбить именно от подкрепления. Блин, если бы у нас было бы побольше лучников. Я, наверное, еще одного великана все-таки возьму. Да, великан достался, я вижу. Они что, побежали на меня уже? Нет, не побежали. Ага, тут они не стали уже, да? Выезжаться. Ну, все равно немножко покоцанные. Чуть-чуть. Два великана. И как бы не надо им давать здесь возможности зарабатывать голду. Так, ну где вы там, ё-моё? Давай, 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 давай. Чуть-чуть не достаем. Чуть-чуть не хватает нам, блин. Слушай, стоит нам мага еще брать одного, нет? Нет, наверное, все-таки лучники. Хотя бы вот здесь вот поубивать вот немножечко. Или все-таки уже идти полностью вот так, ребят. Да не дадут. Очень слабо наши лучики. А знаешь почему? Потому что я их не прокачал.
Я прокачал великанов на один уровень и наших шахтеров-добытчиков. Вот и все. Лучники, вы где? Давай нафиг уничтожать уже статую, в конце концов. Достало мне вот это вот. Бегать не оттуда-сюда. Я знаю, что сейчас будет. Будет не очень хорошо и красиво. Сейчас он вызовет подкрепление. Ёк-макарёк. Ну, кто же знал, что... Не, я в принципе мог бы догадаться, что здесь будут еще и великаны. Шахтеров сразу расстреливаем всех. Да-да-да, вот так вот. Но, по-моему, здесь разрулим все-таки мы. Хотя вот этот ксенофон тоже тут очень мощный. Мы, видишь, статую бомбим. Потихоньку-потихоньку статуи у нас. Ну! Давай еще чуть-чуть. Есть! Все, рухнуло на кидре и нефене. Ну, прошли. Но опять же скажу тебе, что это было на легком уровне сложности. Ты пиши в комментариях, стоит ли вот это делать нам покупать и проходить все миссии. Или не стоит. Турнир, режим. Обычно сложный, безумный. Бесконечный фан-пак. Это как так понять? Не знаю. Выберите сложность. А что вот это вот нам дает? Наполнение мешка золотом дает бонус 10% от золота в мешке. А, яромечники. Первый раунд. Сложность обычно. Так. Это что? Что это за бабка? Рут. Против Рута мы играем с тобой. 25 очков на прокачку. А что так круто-то? Нет, я, конечно, не против, но немножко как-то меня... Сейчас я тут прокачаюсь, ты будь здоров. Слушай, а тут, по-моему, очки на всю игру даются. Я сейчас их потрачу, как дурачок, на первом раунде, да? Ну, проверить надо. А, остались командные очки. Ну, хорошо, давай потратим. Раз уж ты так настаиваешь. Готов я. Good luck, мой дорогой. Типа, удачи тебе, мой дорогой. Я тебе сейчас дам удачи. Раз, два, три. Так-так-так. Так-так-так. Вот таким вот образом сделаем. Так, а надо было мне дурочку шахтеров вызывать, наверное, еще, да? Сколько он недавно добывает? По 160. Здравствуйте, приплыли. А, ты просто встаешь. Я уже думал, бежит на меня. Слушай, почему он с дубиной с такой, а мы... А, ну мы вот как. Он вообще без брони получается, да? Без оружия, без всякого. Окей. Тем лучше для нас. Иди, иди ты, шитик, отсюда со своим посохом. Прибежал он тут. Так, он взял звездочку. Будет им управлять? Че, я действительно играю против реального игрока? Серьезно? Он сейчас, наверное, немножко прихренеет. Слушай, ну у него тоже должны быть, по идее, бабки. Ну, бабки я имею в виду в плане деньги. Так, что у нас тут строится? Третий великан, да, выходит? Он решил на меня пойти? Он безумец. Или у него какой-то безумный план? Ну, в атаку. Погоди секунду, а почему мои великаны такие мягкотелые? Погоди. Он один разносит практически всех моих великанов. Это что такое, ребят? Он им управляет, один. Такого не должно быть. Так, мы его уничтожили, этого великана. Чего? Фига, он еще и заклинание применяет. Прикинь. Он применяет еще заклинашки. Так, он отступает, ребята. Еще великана позвал.
Дело дрянь, я тебе скажу. А что это у него за доспехи такие? Я не могу понять, где он их взял. Не знаю, крутые доспехи или нет. Так, лучники. Мы, не забывай, что мы прокачаны еще полностью. Фулл прокачка у нас идет. Ну, великан тут, наверное, однозначно нужен. Хотя шахтер тоже не помешает. Заклинаний у меня никаких нет. Опа, он опять бежит, ребята. Он уже бежит на меня, сломя голову. Блин, сейчас великан уничтожит меня. Да что так быстро-то все? А, смотри, 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 смотри. Мы сейчас уничтожим ему тоже великана. Отлично. Тут, блин, лучники. Ага, он переключился на того лучника, ребят. Вау, тогда бежим и ломаем ему тут все. Да плевать мне, что он там делает. Валим, 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 валим статую ему. Никакой пощады. Блин, такое ощущение, что сейчас мы тут сфейлимся. Он свои остатки, что ли, решил вызвать? Какой, блин, фаер? Нет, ну, конечно, если он тут еще, блин, заклинания свои вшивые будет вызывать, то тут понятно, ребят, тут фиг ты его одолеешь. Нет, все равно мы победили. Фух. Получил свое, гаденыш. Нифига себе, 3 звездочки. Так, здесь мы выиграли. Следующий раунд. Зана какая-то, Зана. Ну что, поехали? Фига у него тут. Стик Пейдж. Погоня за золотом. Так, команда начинает игру с 14 шахтерами и кучей золота на поле боя. С кучей золота на поле боя. Так, великана улучшаем. По фулке мага. По фулочке. И шахтеров. По фулочке. Все, ребят, готов. Надо было, наверное, может быть, лучников покачать. Фиг его знает. Let's do his Jill. Кучу шахтеров. Кучу шахтеров. Ать. Ать он как делает. Так, ребят, нам... нам, наверное, надо сделать вот так вот все-таки. Просто уничтожить. Ты охренел, что ли, чмошник, блин? Так, где мои, ребята, мечники? Все? Да выеживался. Хлыщ. Блин, а у него же актеры в этот момент сейчас золото понесут, да, ему? Засранец. Пошли в атаку нафиг, надоел он уже тут. Будем... на тебе! Так, и шахтеров тоже, этих говнюков мелких, не? Сразу по смоточкам пошел. Ать! Убили мне солдата, гаденыши. Шахтеры плюс 16 что-то там получают. Ё-моё, это что у него за прокачанный там чувак вышел? Копейщик. Ты, блин, сейчас серьезно? Одним из них, типа, управляет он? Я все правильно понимаю? Да он мне сейчас полармии тут разнесет, блин. Эй, да погоди ты. Ребят, ну это фигня уже полная получается. Можно как-то переиграть этот уровень, нет? Нет, никак нельзя переиграть. К сожалению, блин. Маг, это все хорошо, я все прекрасно понимаю, но... нас накажут сейчас. Ну ты посмотри. Что он вытворяет?
Это действительно реальные игроки? Или это так охрененно играет бот? Все, у меня не осталось шахтера. Один добытчик там остался, и все, ребят. У него преимущество. Он офигенно добывает золото, поэтому я тут фейлюсь. Вот что я могу тебе сказать точно. Еще один великан идет. Да. Плюс, естественно, лучники. А лучники чем хороши? Тем, что уничтожают издалека всех моих юнитов. Вот так вот. Маги почему-то стоят и тормозят. Почему тормозите? Что у него за эти, за одежда? Где он такие шмотки взял? Объясни мне. В игре таких нету. Маги, ну пожалуйста, ну... Завалили гаденыша, наконец-то. Но он сейчас еще может одного вызвать. Давай, копейщики. Ем, мечник. С разбегу, молодец, красавчик. Правильно сделал. Потихонечку мы с тобой вроде бы как стесняем их. Так, а что вы это делаете-то? Вы нападаете? Что там? Стиль фор Майлз, зашибись. Вот это вот, ребята, офигеть, вот он делает. Зашибись просто-напросто. Так, давай шахтеров вызывать, нам нужно с тобой как-то, не знаю, армию свою обратно возрастать. А он опять на меня бежит, гад, а? Он опять, он мне не даст, ребята, здесь ничего сделать по ходу дела. Или даст, или не даст, я вот не знаю. Маги, конечно, хороши, тут не поспоришь. Давай, этих шахтеров всех несчастных. Так, бомбическая сила, да? Или как еще по-другому говорится? Египетская сила. Мечник, выходи. Так, он убегает, пошли отсюда, потому что сейчас выйдут эти стрелки вшивые. Окей. Так, сколько у нас тут? А что, золотишко-то? Золотишко-то заканчивается. И мы все ближе к их территории. Вот оно что. Ну что, они пойдут сюда ко мне, что ли? Ну смотри, оборзевшие, я смотрю, вообще в корень. Их ничего не принимаем, да? Им мало было одного раза. Шахтеров этих тоже в расход их. Отлично. Вот так вот мы сейчас с тобой будем контролировать эту точку. Точку фарма золота. Так, а мы сейчас с тобой что еще можем сделать? Лучники, нам нужны лучники. В принципе, нужны, пригодятся. Думаю, лишними уж точно не будут. Что, бежишь, засранец? Сразу его под управление взял. Воу. Стрелы, ребята, это стрелы, нам нужно. Че, они мне магов забомбили, да? Получается, ублюдки. Вот как вот так играть, а? Они мне магов убили. Сколько? Три шахтера всего лишь. Еще надо нам. О, лучники, давайте, выходите. Ну, без магов я тут сфейлюсь, поэтому маг мне здесь полюбасику нужен будет сейчас. Давай, это мои остатки роскоши от армии призывников, которые призвал наш маг. Ну, четыре шахтера, да? Четыре шахтера, хорошо. Заклинаний нет вообще, ребят, ну только один для мечников. Слушай, мы сейчас с тобой, кстати, призовем мага одного. Будет у нас такая возможность. Есть. Мечник бежит. Стоим. Не дергаемся, не паникуем, не делаем вид, что нам страшно. Примем удар судьбы. Так, шахтера только вот надо как-то сохранить бы желательно. Отлично. Маг готов, сейчас выйдет.
Вот он, родной, идет. Слушай, наверное, нам нужно еще одного вызвать. И великанчика, да? Великанчик был бы неплохо, кстати. Ты как считаешь? Давай, короче, призываем с собой одного мага и великана. И все будет у нас тип-топ. Золотишко тут кончается, я смотрю. Такой соблазн просто пойти и напасть на него. Твою налево. Жалко, я не могу, например, армию поставить вот сюда, например, ближе. Как бы, да? Указать им точку сбора. Чё-то никого он не вызывает. Может быть, все, можно на него смело рвануть. Или это обманка? Замануха, так сказать. Не, ну что-то никого не упускает, ребят. Давайте, наверное, нападем. Лишь бы не пожалеть потом об этом. Мне кажется, он сдулся, все. Погнали. Твою, блин. Ну он опять свои эти стрелы, ребята, выпускает. Ну смотри, что творит, а. Слава богу, хоть маги выжили. Офигеть, это называется рванул, блин. Шахтер... А, лучников убили. И шахтера одного подбили. Тогда сделаем с тобой двух шахтеров. Я пошел, короче. Надоело уже тут ждать. Не знаю, что у моря погоды. Вижу, там хлыщ вышел один, да? Бежит на нас. Че, сразу, да? Сразу же поджал пяточки и побежал. Давай, мы статую будем бомбить. Так, отступать будем, наверное, да? Давай отступим. А, так он все равно призвал армию? Тогда в атаку. Тогда в атаку. Никаких этих... Никакой пощады. Все, валим. Статуи. Че он там выпендривается? А все, он там выпендривался, друзья. Хе-хе-хе. Раскрошили мы его, короче. Еще 3 звездочки. Угу, здесь мы выиграли. Ага, потом будет за финал, что ли, битва у нас. Вин. Команда начинает игру с небольшим количеством золота и 2 шахтами. Сражение за уничтожение статуи противника. Угу. Кто уничтожит, тот и прав. Верно? Верно. Так, давай вот так сделаем. И вот так. Мага прокачаем. Так, что он там орёт-то? Что ты орёшь-то, хламон? Мечника вызвал, да? И мы с тобой тогда... А, он вызвал просто, чтобы он стоял там. Так, а у него мечник-то обычный, что ли? Не могу понять. Да как ты... Как ты клепаешь? Я, блин... Я в шоке. С какой, блин, скоростью он все это делает? Опять он взял одного под контроль. Еще фиг знает, какие у него там заклинания будут. У меня всего 3 шахтера. Мало как-то шахтеров. Давай побольше, наверное, сделаем. Офигеть, у него уже 1, 2, 3, 4, 5. 5. А у меня что? 1, 2, 3, 4. 5. Так, вот будем делать. Опять лимитов 50 юнитов, как ты видишь. Окей. Слушай, мне кажется, что это бот. Я не знаю, ребят, ну берет под управление почему-то. Фиг ее знает, как тут распределить. Бот, не бот это. Мне бы, конечно, хотелось бы мага. Если честно, здесь маг нужен. Против солдатиков он вообще будет топчиком просто. Такой, кстати, шанс у нас вполне реальный. Потому что мы по 160 голды. Плюс еще здесь по 16 получаем.
Единственное, что, конечно, шахты заканчиваются. Мага. А он что будет? Он побежал. Ребята, он решил на меня стегануть. Оу, щет. А чё так? А чё так шуренько-то? Где мой маг, блин? Понятно, моего мага здесь пока еще и нету. Сфейлился, да? Короче, я получается. Мага сейчас запинает. Друзья, ну я вам скажу одно. Это бред. Какая-то ничтожная армия щенков разгромила меня. Пух и прах. Продолжить, ага, конечно. Да, сдаюсь я. Офигеть. Пропустить ожидания через 2 часа. В общем, ребят, я не знаю. Со своими заклинаниями, со своими суперсилами они меня просто растоптали, и все. Ладушки, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.